Хурма, морква и семена. Делаем очищающую смесь. Коктейльчик. Хурму берем штуку, моем. Морковь среднего размера. Горсть семян подсолнуха. Моем, нарезаем. Все лишнее убираем. Емкость блендера. Теплой воды наливаем, измельчаем. И получаем коктейль. Такой вот смесь очищающая. Хурмовка, морковка, семена подсолнуха. Все очищает очень ловко. Шикарная клетчатка живая, сыроедческая. Все биологически активное. Семена содержат масла полезные, которые способствуют усвоению витаминов из моркови, из хурмы. В общем, вот такой вот есть вариант употребления этих продуктов.